Он закроет дверь и пойдет прочь. Воевать за день, воевать за ночь. Воевать за сына, воевать за дочь. Молча мать обнимет и пойдет прочь. Воевать за сына, воевать за дочь. Он жену обнимет и пойдет прочь. Сердце будет биться каждый раз, отбивая в ритме каждый час дороги. Подставляя голову ветрам, жизнь свою ломая пополам, он который раз за нас погибнет сам. А когда вернется, будет пить скотч, будет горевать день, горевать ночь. Будет горевать сын, горевать дочь. Только чтобы смыть кровь, легче пить скотч. Будет горевать сын, горевать дочь. Только чтобы смыть кровь, легче пить скотч. Сердце будет биться каждый раз, отбивая в ритме каждый час дороги. Тревоги, подставляя голову ветрам, жизнь свою ломая пополам, он который раз за нас погибнет сам. Подставляя голову ветрам, жизнь свою ломая пополам, погибнет сам. Прекрасная музыка, великолепное настроение, по-другому и быть не может. Ну а я тем временем приветствую всех на телеканале «Беларусь 4», это «Музыкальная среда». А это значит, что сегодня у нас будет очень много хорошей музыки, в гостях у меня великолепные артисты, говорить мы будем о музыке и не только. Группа «Глинтвейн» сегодня у нас в гостях. Привет! Привет! Привет!
Ну, не виделись мы с вами достаточно давно. Вот традиционно у многих музыкантов, с которыми давно не виделись в этой студии, я вот для начала задаю вопрос. Главное событие, которое произошло с вами за это время, какое? Участие в музыкальном проекте One Folk. Это международный проект. Россия, Беларусь. Кто там еще участвовал? Ну, с Украины, по-моему. Да. О проекте One Folk и не только поговорим мы сегодня, потому что, насколько я знаю, вы подготовили несколько премьерных композиций, и первая уже открыла наш эфир. Это композиция, это песня «Генерал», на которую вы уже успели и снять великолепное видео. Рассказывайте, как появилась эта песня, кто ее автор? Автор песни я, написал стихи, музыку, принес группе. Сначала мы записали просто под гитару видео песни этой, ну, как бардовская она получалась. За одну ночь, Антон, извини, что перебью, записали, выложили ВКонтакт. За одну ночь больше 5000 просмотров. Да ладно? Для нас это было, конечно, очень удивительно. Вот, мы, если честно, не ожидали. Не рассчитывали. Да. Потом на репетиции мы решили, что ее надо делать, потому что эта песня может участвовать и в концертах, и на больших площадках. И клип хороший получился. Ну, слушайте, насколько я знаю, до этого военной тематики в вашем репертуаре не было. Не было. Я все время хотел написать песню про войну, но за все, что я не брался, мне почему-то что-то не нравилось. А здесь это... Песня была написана в апреле. Ну, она получилась даже не столько о войне. Там, ну, как-то нечто больше. Там глубокий смысл. Нечто глубже, да. Чем просто военные события. Да, там глубокий смысл. Там история, там судьба. Там можно много рассуждать вообще. Ну, когда мне позвонил и прочитал стихи этой песни, я был просто в шоке. Бежали так мурашки по телу. И думал, Антон, это круто. Вот, реально, всегда, когда он пишет какие-нибудь песни, у него обычно это получается на работе. Человек не знает, о чем думает, но у него, наверное, приходит с одной стороны, а с другой стороны просто все ложится на листок. Вот, и потом он звонит и говорит, Серега, я написал песню, послушай. И я такой... Ну, приблизительно так и было. Но вообще, как бы, песню о войне я давно хотел написать. Как раз вот эта песня была написана, по-моему, если не ошибаюсь, в апреле 2017 года или 2016. Ну, а премьера состоялась только на нашем телеканале в феврале 2021. Да, но мы ее везде уже играем и показывали тоже везде. И в интернете она уже есть. Как раз-таки вот там перед праздником 9 мая мне почему-то... Ну, думалось мне об этом как-то. А тут ни с того ни с сего стали приходить просто стихи. И такие стихи, что вот именно, как я и думал написать песню, именно чтобы она не была похожа, чтобы не было вот этого вот конкретно брать войну, там какие-то еще моменты, а вот чтобы она была такая вроде бы как о войне, а вроде как и нет. Чтобы получилось так, чтобы не петь о том, что уже до этого кто-то спел. Да. И вот она, в принципе, на мой взгляд, получилась очень удачная. Вот. И когда мы уже с коллективом сыграли ее, она получилась еще удачнее. Потому что клавишник наш, Ваня Мурашков, привнес туда очень красивые клавиши. Ну, басист, барабанщик, они вообще у нас ритм-секция, так что про них говорить можно хорошо и долго. Но песня понравилась в интернете всем. Вообще были удивлены, ВКонтакте было очень много обсуждений, комментариев. Что писали в основном? Ой, все что угодно писали. Кому-то очень нравилось, кто-то писал расхождение там по тексту, что-то им не нравилось, какие-то фразы. Вот. Ну, так, в принципе, положительного было больше. Самое главное то, что равнодушных не осталось. Вот. Комментариев по-моему, было, это самое главное. Комментариев к видео, да, наверное, было, ну, наверное, больше 50. Для меня это тоже был шок. Писали ребята из Питера, хвалили. То есть совершенно посторонние люди, которых я не знаю, которые меня не знают, и после этого мы... Они добавлялись в друзья, мы подружились там и в группы, они добавились к нам ВКонтакте. Ну, то есть приятно было, что песня все-таки затронула сердца. Зацепила. Но про ВКонтакт у вас тоже песня есть, ее мы обязательно тоже сегодня услышим. Я предлагаю послушать другую композицию, она мне тоже нравится, называется она «Айфончик».
После продолжим разговор, потому что очень много тем, которые хочется с вами обсудить. Айфончик в исполнении группы Глинтвейн продолжает наш эфир. Буквально через несколько минут продолжим разговор. Yeah.
Это «Музыкальная среда» на телеканале «Беларусь 4». Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня группа «Глинтвейн». Вот о каком событии я хочу с вами еще поговорить. Дата 11 марта. Для вашего коллектива, я думаю, что непростая. Большой концерт заявлен на это число на сцене городского центра культуры. Да, совершенно верно. 11 марта. Приходите к нам на концерт, послушайте, попойте вместе с нами, потанцуйте под наши песни. Неужели вы предоставите функцию караоке или... Не знаю, там как получится. Ну, может быть, нам позволят попеть самим, но люди, если они будут со своих мест подпевать, это будет очень здорово и приятно. Ну, каждому артисту это понравится. Конечно. А расскажите немного о концерте, что готовите. Ну, в афише заявлено большой концерт группы «Глинтвейн». Ну, выдавай секреты все, что ты сидишь. Действительно. Ну, будем работать, играть уже песни, которые известные. Вот. Ну, и будут и премьеры. Вот, ожидаете. Вот сейчас идет работа полным ходом. Вот, пригласили двух прекрасных девушек. Вот я хотел спросить о том, что у вас немножко поменялся состав. Вашу мужскую компанию наконец-таки разбавили прекрасная барышня. Ну, у нас уже были такие... Такой опыт. Такой опыт, да. То есть, как бы мы приглашали. Здесь барышни, они вообще... В общем-то, профессионала своего дела, поэтому очень хорошо и приятно с ними работать. То есть у людей по 10 лет стажа за плечами, а то может быть и больше, я просто не знаю там сколько у Вики. Ну, Вика вообще профессионал, на филармонии поет. В общем, с ними петь просто одно удовольствие, приятно, потому что ну, девочки строят бэк-вокалы очень хорошо. И, в принципе, очень быстро можно... наладить, так сказать, общение. Волнуетесь перед премьерой? Несмотря на то, что у группы «Глинтвейн» также большой опыт работы на сцене, но все-таки, когда объявляется большой концерт... Сейчас идет работа, в основном работа, и думается о волнении, пока нет времени. Я думаю, это будет за 5 минут до выхода. Да, это будет за 5 минут до выхода. Когда из-за кулис будет слышен шум зрительного зала. Да, и вот так вот ручки трястись будут, и так выходишь на сцену. Но это буквально одна песня, пока начинаешь играть. Вот это первая песня, как... старт. Потом уже после нее уже начинаешь себя чувствовать. Начинаешь чувствовать себя уверенно. В общем, друзья, 11 марта все приходим в Большой зал городского центра культуры. Там состоится премьера, большой концерт группы «Глинтвейн». Мы там тоже будем и поддержим ребят аплодисментами. Ну а пока что лайками в Инстаграм, в этих постах, где заявлена дата 11 марта. Ну... Музыки давно не было в нашем эфире. Давайте немножко порепетируем ваш большой концерт. Композиция «Послушай» продолжит наш эфир. После продолжим наш разговор. Мою скорость.
Мы тем временем продолжаем нашу музыкальную среду. Группа «Глинтвейн» сегодня у нас в гостях. О творческих планах не только говорим мы сегодня, но и хотелось бы затронуть новостные странички. Где предпочитаете знакомиться с новостями? Расскажите, пожалуйста. Газеты, телевидение, интернет, инстаграм, телеграм-канал. Ну, газеты, телевидение – это немножко уже не то, наверное. Сейчас проще залезть в интернет и читать там все новости. Там много всяких. Да в мобильном телефоне все рядом. Да, новостных контентов. Открыл, читай. Время суток, когда вы изучаете новости. Это перед сном, это за утренним кофе или... Это еду в маршрутке на работу. Ну, у кого как. У меня, допустим, перед сном. И то, если есть желание или настроение почитать просто. Хочу обсудить с вами одну из новостей. Из мира культуры объявлены номинанты на премию «Золотой глобус». 78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 состоится 28 февраля. Но вот на фоне пандемии коронавируса пройдет в режиме видеотрансляции. Скажите, вот если быть честным, мне немножко показалось, что у Глинтвейна достаточно... Киношная музыка бывает. Не было ли желания также написать что-то для кино и тем самым, например, стать, хотя бы попытаться приблизиться к «Золотому глобусу»? Вообще, сказать по правде, давно еще, когда еще даже не было коллектива, когда я впервые показывал свои песни, мне многие ребята говорили, что мои песни, ну, большая часть, очень хорошо бы подошла для... Именно того, оформление чтобы, кино. Да, оформление кино. То есть те песни, которые мы сейчас играем, они больше такие эстрадные. То есть концертные. То есть мы так подбираем, чтобы это все дело вот, ну, как бы подходило в свое русло, так сказать, можно шло. Для концерта. Да. А киношные песни пока что мы бережем. На случай. То есть они есть? Конечно, есть, да. И причем много киношных песен. Просто не все успеваешь делать. Вот закончил фразу «киношные песни бережем для 80-го, 90-го Золотого глобуса». Или... Не знаю, там как пойдет. Все будет зависеть от того, какая песня понравится, допустим, режиссеру фильма и одобрит он ее или нет. Ну и вообще, как бы для того, чтобы свою музыку представить в кино, надо ее куда-то отправлять, показывать. Обычно, я так думаю, что все режиссеры, они изначально работают уже со своими... Музыкантами? Не музыкантами. Композиторами. Композиторами, да, вот это слово. Поэтому... Тут уже как карта ляжет, как шанс. А кто же его знает? Вдруг кто-то из режиссеров, ну, например, остался без композитора? Пускай позвонит. Да. Мой телефон ВКонтакте есть на моей страничке. С удовольствием поработаем. С радостью будем работать. С радостью. Поэтому. Ну что ж, пока режиссеры будут обдумывать ваше предложение, вопрос еще такой. У всех творческих людей есть какие-то...
приметы, какие-то суеверия. У вас такие моменты присутствуют? Все приметы к деньгам. Да, наверное. Кошка перебежала, это точно денег дадут. Да. А люди с пустыми ведрами? Как-то сейчас даже возле время... ГЦК такие не ходят. Да, сейчас такое время, что как бы людей с пустыми ведрами встретить. Если только выходя из подъезда, когда они возвращаются. Ну, сам понимаешь. Возле ГЦК можно встретить только техничку ведро с песком, когда она посыпает. Сейчас же зима, гололед. Ну, правильно, и о технике ведро безопасности полное, тоже нужно помнить. Я это к чему? Есть в вашем репертуаре песня с достаточно мистическим названием. Называется она «Проклятие». Угу. Давайте ее послушаем. Давайте. А после продолжим наш разговор. Закрылась дверь. Сказку поверь, каждый новый день, каждый новый час, ежеминутно, ежесекундно. Я хочу упасть снова в облака. Не закрывая глаз. Стеклянный день режет меня ровно на куски, делит от тоски тело и душу, и все мои мысли, только бы упасть снова в облака. Не закрывая глаз и падать белый дым твоих сигарет. Yeah.
Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях группа «Глинтвейн», и мы продолжаем наш разговор о музыке, о приметах, о кинематографе и не только. Вскользь мы затронули тему мессенджеров. У вас, у каждого участника по отдельности и у коллектива в целом есть и ВКонтакте, и в Инстаграм свои странички. Кто занимается их наполнением и как ведется работа в этом направлении? Ну, я занимаюсь наполнением. Да, директор занимается наполнением. То есть всю административно-писательскую часть доверили директору? Да. Все делаю, все мониторю, все смотрю. Сколько связь времени с общественностью уходит на то, чтобы изучить, кто что написал, кто что сказал, кто что пожелал? Да бывает так, что заходишь с утра в контакт, смотришь, а он в 3 часа ночи спать только лег, а то и в 4. Так что, я думаю, времени уходит очень много. Причем бывали такие моменты, что люди с Москвы пишут и спрашивают у Сергея, а как ты это сделал, как ты то сделал? Да, опытом. Ну, дело в том, что режим жизни в Москве совершенно отличается от того, как живем мы. В 3 часа ночи бодрствовать в Москве, по-моему, это нормально. Ну, в 3 часа ночи, наверное. Просто ребята тоже музыканты. Я как-то раньше, наверное, начал мониторить интернет и начал задаваться вопросом, как сделать наш коллектив более продвинутый, более известный, более топовый. Вот. А ребята живут в Москве, и они с Москвы звонят и пишут, спрашивают: «Серега, как ты сделал вот это? Как вот это?» Ну, я даю советы. Вот. Даже как-то приятно, что ребята... То есть на это ушел не один день, не одна неделя. Да. То есть больше 2 лет мы этим занимались, чтобы именно поставить все на поток. А сейчас уже по накатанной очень просто. Все обращаются, все вот ты приглашаешь. Ну, я всегда рад видеть вас у меня в студии. Скажите, Какое радио там? Новая волна. Да, вот хотят тоже, чтобы мы поучаствовали сейчас в каком-то проекте у них. Да, и будем новую песню, которая будет представлена сегодня вначале в твоей программе. А потом только к ним. А потом уже только к ним отправим. Вот рассказали, что еще одна премьера сегодня у нас будет, но вопрос еще перед тем, как прозвучит композиция, которая называется «ВКонтакт». Скажите, а часто ли ваши поклонники, те, которым нравится творчество группы «Глинтвейн», дают вам какие-то советы? И насколько вы прислушиваетесь к ним? Ну, советы – это вообще такая вещь, которая дается бесплатно. Поэтому не прислушиваться к ним – это грешно, с одной стороны. Ну, с другой стороны, не все советы подходят, потому что все-таки своя голова на плечах есть. 7 раз отмерь. Да, 1 раз. 1 отрежь. Не, ну, с другой стороны, знаете, как говорят, одна голова хорошо, а 2 головы хорошо-хорошо. Да, да, вот да. У нас как раз-таки 2 головы одинаковые, хорошо-хорошо. Вот, ну... Все по ситуации. Давайте послушаем композицию «ВКонтакт», после поговорим про фестиваль, которому вот я уже подвожу, и вначале мы про него поговорили. Это «One Folk». Кстати, там вас ожидает несколько сюрпризов, но вначале песня. Don't
«Музыкальная среда» на телеканале «Беларусь 4». Мы продолжаем. В гостях, напомню, у меня наши друзья, великолепные, талантливые, красавцы. Группа «Глинтвейн». Еще раз привет. 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 Вот хотелось бы продолжить наш разговор вот о чем. Проекты, которые также с вами произошли не так давно, вы приняли участие в онлайн-проекте с таким колоритным названием «One Folk». Расскажите, да, как было туда такое. Попали, кто пригласил или сами напросились? Нет, мы не напросились. Начнем с предыстории. Ну, проекты, я так понимаю, это международные? Да. Ну да, если Россия там участвовала, Беларусь. Ну, значит, у нас в группе когда-то давно играл клавишник Игорь Нестерович. Потом он уехал в Москву, играл в Агата Кристи в группе. Вот, и совершенно в один из прекрасных дней приходит смс-ка от Игоря: позвони мне срочно. Я ему набираю, он мне говорит, что не хотите поучаствовать в проекте One Folk. Что значит не хотим? Я говорю, конечно, хотим. Вот, в принципе, мы так и попали на этот проект. Это даже не обсуждалось. Да. Вот скажите, а когда приходят смс-ки такого характера, там, позвони мне срочно, что в эти моменты кажется? Где-то внутри, на подсознательном уровне почувствовали, что ну не просто так нужно срочно позвонить, что-то за этим срочно стоит? Интерес. Просто интересно. Вот позвони мне срочно, я позвонил. Ну, было интересно просто, почему срочно и почему такая срочность. Ну, и потом приятно были удивлены. Да. Проект музыкальный. Я, кстати, тоже посмотрел трансляцию и потом еще пару раз пересмотрел. Со многими ли музыкантами, которые там также принимали участие, вы познакомились? Интернет-проект. Познакомиться со всеми поближе не получилось, но некоторых музыкантов мы знаем даже лично. Там принимали участие вот Игорь Нестерович на этом проекте принимал участие. Владимир Иванов. Владимир Иванов, всем известный в группе гитарист. Он играет в группе у Игоря Нестеровича. Да, вот. Группа называется «Нестерович». Ну а с Галиной Басой вот мы познакомились. Вот она, наверное, как продюсер тоже проекта была. Да, ну, благодаря Игорю. Да. Но дело в том, что одним из музыкальных экспертов в этом проекте выступил лидер легендарной группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Вот, признайтесь, честно, сильно волновались перед этой даже онлайн-встречей, перед тем, как он услышит вашу музыку? Ну, сказать так, чтобы очень сильно... Ничего не сказать, наверное. Нет, обычно. Ну, легкий элемент волнения все-таки присутствовал. Да, присутствовал. Ну, а так. Понравится, не понравится, понравится, не понравится. Дело не в том, чтобы понравится, не понравится. Тут же музыка – это дело вкуса. Кому-то нравится вот рок, а кто-то слушает рэп. То есть здесь сказать, чтобы понравится, не понравится. Просто поучаствовать, показать себя. Причем показать себя такому, ну, большому человеку, скажем так, в рок-музыке. Как, тем более, как Вадиму. Тем более One Folk потом транслировался по всей России и Белоруссии. Как и по телевидению, так и в интернет-пространстве. Поэтому для нас это было вообще... Да, это огромный скачок, скажем так. Я предлагаю посмотреть этот, ну, можно сказать, уже исторический фрагмент, где Вадим Самойлов дает оценку творчеству группы «Глинтвейн», ну и, конечно, какие-то полезные советы, своеобразный мастер-класс. Давайте посмотрим, а после вернемся в эту студию, продолжим наш разговор. Так, Антон Купцов, «Глинтвейн». Так, что мне хотелось вам сказать? Вы знаете, мне кажется... Там настолько, вот даже в манере вокала и в мелодии самой сочиненной, в припевной части особенно, слышится фолк такой, да? Мне кажется, что надо клавишную концепцию, я бы пересмотрел. Мне кажется, фортепиано, электропиано там ну совсем не к месту. Вот. Мне кажется, что какие-то фолк-инструменты, фолк-фактура какая-то туда вообще хорошо ляжет. Мне так показалось. Значит, перед первым и вторым припевами прикольный пассаж бас-гитарный, но он совсем одинаковый. И по
ноткам и по звучанию, поэтому надо что-то там чуть-чуть другое сделать в одном из мест. Вот сами выберите, какое. Вот. И по поводу припевов. Дальше, смотрите, там начинает играть гитара, понятно, идет как бы развитие в припеве, да. Во-первых, по сведению, гитары, которые добавочные, ну, которые фактуры не соло, конечно, их нужно панорамировать в разные стороны, потому что сейчас вся фонограмма, как бы такая вот вся в серединке находится, и голос там, и гитары там, основные гитары сольные, все вот так вот в куче, надо пошире сделать, не стесняйтесь раскидывать инструменты в разные стороны. И поэтому гитара, которая начинает солировать, да, то есть мелодию свою играть, она как бы под вокалом спрятана, и иногда даже, мне кажется, они друг другу мешаются. Вот. Я бы более внятную какую-то мелодию гитарную предложил подумать и в форме, ну, ответов вокалу. То есть сначала длинная какая-то нотка на вокале, потом какой-то ответ, то есть какой-то мелизм, та-та-та-та-та, да, вот. Ну и самое главное, конечно, вот больше фолк-основы. Тяжеловато бочка с басом, они слишком такие впереди. То есть песня получается, вот та легкость и романтизм, который такой рассветный романтизм, да, какой-то вот он есть. Но он с таким жестким низом, он, мне кажется, немножко вот перешибает. Вот я бы чуть-чуть по балансу хотя бы прибрал бочку с басом. Вот такие соображения. Вот. Да, в общем, шире фонограмму. И фолк, я думаю, вот прямо поэкспериментируйте. Прямо можно убрать фортепиано, потому что это, ну, оно как будто из другой песни совсем тут. Совсем. Вот. Не обязательно фолк-инструменты де-факто, да, ну, не обязательно прям брать. Просто, может быть, какими-то даже синтезаторными звуками, но в этой манере. Это вот что-то такое. Вот, давайте, надеюсь, пригодятся вам мои советы. По-моему, эти советы, которые Вадим дал для группы Глинтвейн, ну, по-моему, дорогого стоят, как считаете? Обязательно считаем, что дорогого стоит. Ну, после этого еще как-то связывались, связь поддерживаете? Может быть, в плане какой-то консультации, творческих мыслей? Сейчас же, ну, каждый же занят собственными проектами. Да, у Вадима свои проекты, но... Как мне сказали по секрету, что если вот вы познакомились с Вадимом, будьте готовы к тому, что приедете в Москву там на концерт. То есть поучаствовать именно с группой Агата Кристи. На разогреве. Вот, потому что, ну, Вадим запоминает людей талантливых. И не проходит мимо. Да. Ну, вы знаете, это, наверное, тот момент, когда нам остается замереть в режиме ожидания и ждать, когда же будет назначена дата и этого работать. Концерта. И работать. Друзья, а ведь, кстати, благодаря проекту One Folk состоялся еще один, ну, на мой взгляд, великолепный дуэт. Именно на этом проекте вы спели вместе с московской певицей, если я не ошибаюсь, моделью. Я изучил ее инстаграм. Зовут ее Галина Басая. Вот про которую вы уже, кстати, сегодня упомянули вскользь. Расскажите, как произошло это знакомство? Кто к кому первый подошел знакомиться? Все банально просто. В WhatsApp создали переписку. Вот, создавала Галина. Туда были приглашены все участники проекта для быстрого общения. Очень просто. Ну, чтобы было легче. А мне вообще просто прислали телефон и сказали: позвони Гале, тебя ждут. Да. Я созвонился, и как бы мы решали, что вообще надо для участия там в проекте. Что подготовить, что снять. Да, какие песни мы оговаривали, нам нужно. Прислали ей материал. Так и познакомились, да. Ну, вообще, какое впечатление друг на друга произвели, вот когда услышали вы ее контент музыкальный, она ваш материал? Честно скажу, мнение Гали, в принципе, как бы мне неизвестно, но послушав то, как она поет, как музыкант, я выдаю просто высокую оценку. Очень красивый голос, прямо завораживающий, запоминающийся. Хорошая музыка. Да.
Это она в проекте, называется проект «Басая» группа. Мы тоже изучали ее проект, там было интересно, любопытно. Что это друзья за человек? Мои, я вам скажу больше. Галина Басая прямо из Москвы сейчас с нами на прямой видеосвязи, так что давайте будем ее приветствовать. Галина, добрый вечер, привет, привет, привет. Ты видишь нас? Привет! Привет, привет. Галочка, рады тебя видеть и слышать. Расскажи, пожалуйста, как погода в Москве? В Москве снежная погода и достаточно холодная сегодня, но вы согреваете сегодня своим эфиром, поэтому я рада слышать вот этот мост о России и Беларуси, как всегда, оно просто окрыляет. Вдохновляет на новое творчество. Привет, Галина. Привет. Галина Басая с нами на прямой телефонной линии. Галочка, ты, между прочим, тоже нас согреваешь, потому что твой яркий желтый костюм прямо, знаешь, как солнечный зайчик. Но разговор, собственно говоря, немножко не об этом. Расскажи, вот от ребят я услышал, как же они познакомились с певицей Галиной Басой, с проектом Басая. Когда ты впервые услышала музыку наших гомельских ребят, что ты подумала? Расскажи свои впечатления. Я хочу сказать спасибо за модель, потому что первый раз меня назвали моделью. У меня вот была, может быть, актриса немного, играла Людмила Гурченко. Но в основном, конечно, я певица и композитор. А ребят я услышала, конечно же, на прекрасном коллективе «One Folk», который создал Вадим Самойлов, создал потрясающую музыкальную платформу «Индия», объединить не только иностранцев, это... Это очень интересно. Галь, скажи, а чем тебя привлекла музыка наших музыкантов? Все-таки я слышал, та музыка, которую исполняешь ты, ну, она совершенно отличается по жанру и по стилю от того, что играет Глинтвейн. Совершенно верно, потому что я играю в поп-стиле, можно сказать, такой инди-поп. Угу. Мы поем и на русском, и на английском языке, и гастролируем по Америке. Чем мне понравились ребята из Глинтвейн? Ну, во-первых, ребята настоящие, музыка искренняя, она цепляет, она душевная. То есть это то, чего иногда не хватает. Иногда, знаете, не хватает того момента, когда ты бежишь, хочешь остановиться и послушать хорошую, душевную музыку. Ну, вот, собственно, это и есть главное в музыке у группы «Глинтвейн». И когда я услышала первый раз музыкальный трек, у меня сразу что-то родилось, сразу что-то захотелось напеть. Собственно, поэтому я им предложила, ребята, давайте своим дуэтом. И мне кажется, получилось очень даже здорово. И многие это оценили. Но я, кстати, хочу сказать, что для музыкантов обладают потрясающим качеством. То есть они добиваются своих, они трудолюбивые, настойчивые ребята. Это то, что любит музыкальный шоу-бизнес. И, собственно говоря, как можно пробить дорогу в звезды. Галина, огромное спасибо за то, что этим вечером в этой музыкальной среде ты также приняла участие. И знаешь, у меня возникла идея, когда откроются границы, я безумно буду рад видеть тебя здесь, у меня в студии в городе Гомеле на проекте «Музыкальная среда» с презентацией твоего творчества. Так что не прощаюсь, а в режиме ожидания буду ждать твоего появления здесь. Александр, спасибо за приглашение, с радостью принимаю. И у меня еще есть для вас сюрприз, для группы «Глинтвейн». На самом деле мы готовим второй тур «One Folk» и надеемся, что проведем его более масштабно. Если группа «Глинтвейн» будет с нами участвовать. Пожелайте нам тоже удачи. Мы сделаем... И мы, может быть, приедем даже в Беларусь, но сейчас все на стадии обсуждения. Как уж нам позволить ситуация, как сейчас происходит в мире. Но мы будем готовиться по максимуму, и это уже будет более высокий уровень. Все пройдет, я думаю, на самом высоком уровне, наилучшим образом. Ну а прямо сейчас я предлагаю посмотреть этот легендарный отрывок этого легендарного дуэта, где группа «Глинтвейн» спели вместе с Галиной Басой, ну или Галина Басая вместе с вами. Давайте посмотрим. Без разницы, все получилось потрясающе. Этот фрагмент. Не видеть ни качества, а
куда тебя ведет, к тому, кто ждет. Снова утро нас разбудит, утро Виолетта. Ночь прогонит и посмеется над нами синим небом. Великолепный дуэт получился у группы Глинтвейн и Галины Басой. Остается надеяться, что когда-нибудь произойдет тот счастливый момент, что и Галина, и группа Глинтвейн появятся у меня в студии. И хорошо, и весело проведем одну из музыкальных сред. Вот какая отличительная особенность у группы Глинтвейн еще существует. Вы, пожалуй, одни из немногих музыкантов, кто устраивает, ну, скажем так, для своих поклонников, для почитателей своего творчества открытые репетиции. Для чего? Ну, раньше вообще это было очень полезно. Эффект волнения перед концертами, вот этот вот, мы пытаемся заполнить присутствием на репетициях посторонних людей. Ну, как бы фанаты этого приходят, там, просто люди приходят послушать. Не мешают? Нет, наоборот, даже подбадривают. По-другому себя чувствуешь, по-другому работаешь, больше выкладываешься, мне кажется. Ну, уже начинаешь как бы... Да, работать на публику. Да, работать на публику, как будто ты на концерте. Да. Уже такой, получается, генеральный прогон на всех репетициях сразу. Да, да. Стараешься не ошибаться меньше, там, вот, как бы вот так. Я вот просто к тому, что нету ли риска разрушить вот эту вот какую-то актерскую, артистическую, сценическую ауру? А, скажем так, вот ту тонкую грань, которая разделяет сцену и зрительный зал. Ну, как бы мы об этом тоже думали. Ну, скажу честно, что не так часто к нам приходит. А сейчас, как бы, ситуация такая, что... Вообще все остановилось. Да, и лучше дома посидеть, с одной стороны. Поэтому мы рады любому слушателю. Если люди приходят, значит, им интересно, это уже приятно. То есть это говорит о том, что мы не просто так делаем свою работу. Я не просто так пишу, а ребята не просто так играют это все. Значит, это кому-то нужно. Да, это приятно на самом деле. Скажем так, не только музыка единой, как говорится, есть в вашей творческой биографии еще один проект, на котором также оценили ваше творчество, ваш талант. Это международный многопрофильный творческий фестиваль, который называется «Кладезь талантов». Вы также в нем принимали участие. Расскажите немного, буквально несколько слов об этом. Ну, это проект Дмитрия Нилова, по-моему, если не ошибаюсь. Из городского центра да, культуры. Городского центра культуры. И мы уже столько всего произошло. И там высокую грамоту нам дали в этом проекте. Ну, вот. Честно сказать, я даже об этом не знал, пока мне директор не сказал. Я такой, да, нам дали там грамоту, ого, ничего себе. Это было вот реально. Это насколько должны быть плотными творческие будни, что пишешь музыку, играешь концерты, снимаешь клипы, записываешь новые песни, а тут раз еще и выдали грамоту. Да. Не скажу, что мелочь, но приятно. Приятно, просто везде отправляешь песни, чтобы они везде участвовали. И не успеваешь даже следить. Где-то там уже выиграли, а там еще только голосуют. Вот, поэтому... Ну, многие ваши композиции сейчас стоят в хит-парадах, за которые, признаюсь честно, я периодически голосую, когда мне поступают эти вот ссылки. Одна из них – это композиция «Глинтвейн». Не так давно на нее был снят великолепный видеоклип. Я предлагаю прямо сейчас его посмотреть, а после дело уже идет к завершению эфира. Но есть еще некоторые вопросы, которые хочется обсудить. А пока что композиция «Глинтвейн» на нашем канале.
на финал этого выпуска, этой программы, вы также подготовили сюрприз. Это композиция под названием «Жги мосты». Да. Хотелось бы несколько слов узнать, как эта песня появилась, кто ее, ну, как бы, кто ее написал, я могу догадаться. О чем эта песня и почему, скажем так, название такое, с одной стороны, жизнеутверждающее, с другой стороны, ну, зачем? Ну, это песня грустная. О любви, о расставании. Ну, то есть, это то, что, в принципе, связано с нашей жизнью. Без этого никак. Пережитые моменты. Пережитые моменты. Сердечные. Ну вот так и появилась песня под гитарку, тихенько на кухне. Наигрывалась мелодия. И то есть что-то она вот навеивала там. И стали приходить слова. Таким образом, ну, получилась довольно-таки неплохая композиция. Много кому я уже показывал ее, и люди, в принципе, оценили. Да, и просят, чтобы я уже прислал им даже MP3 файлы, то есть аудиофайлы, чтобы они уже могли это закинуть к себе в плеера и слушать, ходить на телефон там даже. Ну, вы знаете, как говорят, полоса черная, дальше полоса белая. За закатом обязательно приходит рассвет, поэтому я думаю, что следующая композиция будет более жизнеутверждающей, о любви и, например, приятных встречах. Ну, а пока что, перед тем, как прозвучит эта премьера, что вы пожелаете вашим поклонникам и всем, кто смотрит нас сейчас? Хорошего настроения, здоровья. Берегите себя. Да, не болейте. Приходите к нам на концерт. Напомню, 11 марта на сцене городского центра культуры. Билеты в продаже еще 18:30. Будем вас ждать с нетерпением. Ну, всем хорошего вечера. Ну, а с вас премьера композиции «Жги мосты» завершается нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях группа «Глинтвейн». Ну, с вами же мы увидимся, как всегда, уже на следующей неделе. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4» и до встречи! Хочу убить себя, больное сердце вырвать прочь. Привет, рассвет.